Друзья, всем добрый вечер. Всем привет, друзья. Сегодня у нас последний день лета, 31 августа. Иду с футбола. Вот. Понимаю, что лето 23-го года – это уже история, короче. Что хотел сказать? Я надеюсь, что вы провели это лето очень круто. Собрали максимальное количество приятных моментов. Вот. Лично у меня это лето выдалось очень продуктивным, вот, потому что я поставил перед собой большое количество, скажем так, челленджей и постарался взять от этого лета максимум. И удивительно, кстати говоря, что вот за 3 месяца лета, когда у большинства людей, получается, происходит спад по работе, как правило, да, то есть там снижается поток пациентов, клиентов и так далее. Я посчитал, вот буквально сегодня я подводил итоги. Я подвожу итоги за каждый месяц, да, и за 3 месяца я понимаю, что я сделал больше, чем за предыдущие полгода. Это связано, наверное, больше с тем, что я сильно проработал свою дисциплину и ответственность за свои решения. И это дало определенные результаты. В общем, теперь я понимаю, как приходить к своим целям более эффективно, более быстро. И прикольно, что когда вы более дисциплинированы, более сфокусированы на своих целях и задачах, получается, что у вас получается рост во всех направлениях. И в эмоциональном плане, и в материальном плане. В общем, это было замечательное лето во всех его проявлениях. Вот, я надеюсь, что у вас так же. Вот. Так что спасибо этому лету и ждем, встречаем с вами осень 2020. Я думаю, она будет еще более интересной, еще более продуктивной. Вот. Спасибо, что смотрите канал, что поддерживаете канал, потом покупаете какие-то мои продукты, потому что это позволяет мне создавать еще большее количество контента. Всем хорошего вечера, спасибо за внимание. До встречи в следующих видео.